Пропала российская певица. Целых 20 дней полиция города Москвы разыскивала звезду российской и советской эстрады. Ее искали через социальные сети, в музыкальной студии, на концертах, но никто не знал о ее местоположении. Только сегодня, буквально несколько минут назад, стало известно, что певицу нашли на съемной квартире. Судя по всему, она принимала теплую ванну. У нее было слабое сердце, и прямо во время водных процедур случился инсульт. И 56-летняя певица, богиня российской эстрады, ушла из жизни. Наибольшую известность российская певица получила в 90-е годы прошлого столетия. Она сотрудничала с такими коллективами, как «Сектор газа», «Коррозия металла», группами «Чайф» и «Ногу свело». Она давала концерты в России и за рубежом, записала более 19 альбомов. Помимо творческой деятельности, она еще являлась заслуженным этнографом России. В течение всей творческой деятельности она сотрудничала с такими музыкантами, как Роман Лебедев, Алексей Борисов, Юрий Балашов, и создала этно-электронный проект «Волга». В начале нулевых годов совместно с Павлом Головиным создала лейбл «Бетеста Рекордс», который выпускал альбомы и организовывал концерты инди-музыкантов со всего мира. Буквально несколько минут назад стало известно, что из жизни ушла звезда отечественной эстрады, российская и советская певица, этнограф, звезда рок-музыки, 56-летняя Анжела Манукян. Анжела Манукян скончалась от инсульта в результате несчастного случая в ванной.